Ребята, всем привет, с вами канал GameDop. Хочу пройти для себя лично игрушку Sacred, в переводе «Князь Тьмы». Я когда-то ее начинал проходить давным-давно, потом почему-то забил, так ее до конца и не прошел. Потом еще вышло какое-то обновление, продолжение первой кампании. Вот как видим, Анкария — это первая кампания, и кампания Underworld — это вторая кампания, продолжение первой кампании. Начну с Анкарии. И получается, раньше было 6 героев. Это воин, серафимша, лучница, боевой маг, темный эльф и вампирша. Потом добавили такую еще демоншу и добавили гнома. Я играл воином, играл серафимшей, играл темным эльфом. Я не играл двумя новыми. В принципе, что-то я гномом не хочу играть, и демонша играть не хочу я, и темным магом не хочу, и вампирша не хочу. Короче, я решил сыграть... Я выросла на природе, среди деревьев и животных. Магия помогает мне защититься, стрелы поразить врага. И я всеми силами буду защищать то, что мне дорого. Вот-вот, именно хочу сыграть лучницей, лесная эльфийка. Выбираем имя. А хай таки написано лесная эльфийка. Зачем менять имя ей? Нормально? Не, имя лесная эльфийка. Это не имя, это класс. Как можно эльфийку назвать? Давайте просто вот так. Ева. 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 О, Ева хай будет. Начать. Итак, начало. Окей. 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 Да. Соскучился я по такой графике, не знаю. Вот это такое все пиксельное. Меня почему-то нравится. Без понтов, без графики. Главное, сюжет, настроение игры и атмосфера. То не что, но атмосфера в этой игре просто обалденная. Так, ну что, говорит с этим мужиком? Здесь, дорогая Мигалкарвин, наши пути расходятся. Вы пойдете дальше в землю людей. Я же должен вернуться в пещеры Журагнар и защитить свою сестру от гнева матриарха. Я буду молить богов, чтобы они позволили нам встретиться снова. Энре Белария, Мигалкарвин. Ну чё, окей, давай, прощай. Стрелы защитят меня. Всё. А, ты со мной? Ты же говорил, мы тебя прощаемся. Тебя я не пойму. Подсказки. На, подсказки не надо мне. Я... Так. Не чайник. Восстановление. Процент к каждому сопротивлению 10%. Это получается баф. Да, это получается баф. Это мой скилл. Баф на сопротивление к уронам каким-то. Так. Так. Ну что, бежим. Так, о, первый мой. Вау, это обалдеть. Здесь что-то мигало, это тайник. И кольчуга, первая кольчуга моя. Так. Волк. Золотишко подбираем, подбираем золотишко. Все нужно собирать, по идее. Поначалу золота будет сильно не хватать. Ну, можно камеру отдать так. Ой, непривычно. Обычно зажимаешь Shift, и она стреляет. А здесь нужно Ctrl зажимать. А Shift — это просто ходить. Так она бегает, а по Shift она ходит. А Ctrl — это стрелять. Понятно.
На. Так, какой-то проход. Нам сюда, не сюда. Какой-то мужик. Какая-то баба. Сундук. Пустой сундук. Фу. Это что такое? Что-то упало. Что-то упало. Свиток. Свиток. О, это читать надо, читать в падлу сейчас. Да что за фигня, сундуки пустые везде. О, мужик квест дает. Положитесь на меня, я вас не подведу. Так, по идее на карте покажется синий, маленький, это вторичный квест. А большие книжки это главный квест. На. Долго я его убиваю, что-то как-то. Она так кричит, когда стреляет, вообще ужас. Она пугает меня. О, какая-то еще девочка стоит. Женщина. Мать какая-то. Ладно, бежим по квесту. О, еще вижу, что-то мигает, это. Так, бежим сюда. Вот мигает что-то. Золотая броня. Так, защита 23. По идее. Движение минус. А чё движение минус? Наверное, тяжелое для меня сильно, да? Не пойму. Надеюсь, я потом разберусь. Золото. Ну, заходи. Сундук. Золото. Так. Нам дальше идти. Я думал, нам в этот домик прийти нужно. Так. Это где-то здесь. Я чувствую. Да, близко, близко. О, домик. Заходим. Большой сундук. Так. По идее, этого мужика нужно туда привести. Ну, побежали. О, что-то так медленно бегаю. Наверное, кольчуга тяжелая, оно это. О, с этой быстрее бегает. Бежим. Окей, ну. Первый квест сделали. Нам дали какие-то скиллы. Так, побежим, наверное, по главному квесту, потому что тут, наверное, вторичных квестов очень много. И на это очень много времени можно потратить. Так. Волки. Вот, здесь тоже, помню, какой-то квест был. Там... Я начало игры хорошо помню. Ну как хорошо помню. Куски воспоминаний в голове еще остались. Здесь, короче, банда воров. Только чего они... А вот, да, какой-то квест. Я ж помню, здесь какой-то домик стоял. И какой-то квест был. Ну, что он попасть не может. Так.
Линия. Я за это возьмусь. Короче, его нужно, по идее, отвезти в город. Да. Да, именно так. Сундучки пооткрываем. Сундучки. Ну так, вести его не надо, просто поговорить. Ну ладно. Побежали. Эх. Тут даже по идее можно зайца убить. Или нельзя? Не, наверное, нельзя зайца убить. О, волки. Тух. Что это упало? Бутылочка на ХП упала. Бутылочки на ХП это очень ценные. Их там в конце, я помню, очень сильно не хватает. По всем торгашам, помню, бегал, скупал бутылки на ХП. Баночки лечения скупал. Получай! Это более крутой противник. Убил. Это клинок дали. Так, что там дали мне? Перчатки на Серафим, что я ее не использую. Кинжал. Короче, для меня ничего полезного не дали. Ладно. Ой, мимо мостика. Так. Сундук пустой. Ну, естественно, пустой. Так, куда нам? Сюда в домик зайти надо. Заходим. Так, и здесь, помню, снизу тоже какой-то квест был. Здесь, помню, квест был. Овечек спасти. Положитесь на меня, я вас не подведу. О, обратно идти надо. Ну, побежали обратно. Бочка. Золотишко. Дети бегают и издеваются с меня. Вы, засранцы маленькие. Нате вам стрелу. На. Заколупали. Так, что, обратно идти? Кстати, здесь... Насколько я помню, вторичные квесты, второстепенные задания, они от разного прохождения меняются. Вы раз можете, как говорится, проходить, у вас те квесты будут, а потом может их не быть, потом могут другие быть. Так что каждый раз при прохождении игры есть какая-то такая маленькая изюминка чего-то новенького. Ну, как я и говорил, короче, довести овечку надо, да? А что здесь у нас? Вертолет. Это, по идее, вообще какие-то древние времена. Какие нафиг вертолеты здесь?
Откуда здесь вертолет взялся? Ладно. Идем. А где эта овечка? Чего она отстает? А, она портируется. Нормально. Можно бежать. Спокойно и не ждать ее. Кажись, когда я первый раз этот квест сделал, я помню, овечка ж очень-очень медленно. И я так три шага сделаю и жду. Три шага сделаю и жду. И только потом я узнал, что можно просто бежать, она просто будет портироваться за вами. Так, сейчас опять малые прибегут, будут доколупываться, блин. Так, так. На свою овцу, не плачь. За вторичные квесты, так смотрю-ка, скиллы дают. Что очень полезно. Сундуки. Какая-то книжка. Еще квест. Я тогда главного квеста никогда не дойду. Мой лук к вашим услугам. В лес бежать. Там какого-то демона убить нужно. Или волка убить. А, кажись, волка убить. Там типа злой страшный волк, который мешает людям с города выходить. Я это знаю, потому что я раньше эти задания сидел и читал, там вчитывался. Интересно было. Сейчас просто уже как-то... Лениво, честно говоря, лениво. О, заначка мигает. Шлем. Так. Вор бежит на меня. Бандит. На, 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 на. Ага, нам сюда бежать. Ева! Вот этот волк. Его, короче, нужно убить. Ну, стреляйся ты. А чё не стреляет она? Дождь пошел, ребята, дождь пошел! Я ж намокну, блин. А хотя я ж эльфийка. Я постоянно в лесу живу. Я не должна дождя бояться. Иди сюда, черный волк. На, 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 умри, умри! Псина поганая. Он сейчас моего эльфа убьет. Тихо. Все. Можно обратно идти. Да, все, можно обратно идти. Вы музыку послушайте, это обалдеть. В те времена это... Примут ли в этой деревне? Это божество было, а не музыка. Божественная музыка была. Окей. Ня-ня-ня-ня-ня. Бегают и дразнят меня. Малявки поганые. Все, идем уже по главному квесту. Сколько можно здесь... А вы что почти в городе делаете? Hello, привет. Бродяга. Да помогут мне духи предков.
О, я еще квест взял, господи. Еще квест. Для меня честь вам помочь. Вы вернулись при странных обстоятельствах, милая эльфийка. Но это не важно. У меня есть для вас поручение. Отправляйтесь в Порт-Авалон, что у северных границ, и поговорите с сержантом Тревилем. Я дам вам рекомендательное письмо, которое передадите Тревилю. Вы будете служить принцу Валору, который сражается на юге против орков Хорат-Нура. Возьмите это золото и купите себе лошадь в конюшне. Мой совет – по дороге старайтесь повысить свои способности. Они понадобятся вам в Серебряном ручье и Порт-Авалуме. Кобыла, не хочу я кобылу. Быть среди людей, вдали от лесов, которые защищают меня и служат домом. Мир вам. Моей спутнице Мигал Карвин нужна ваша помощь. Ну, пока. Давайте в дом большой зайдем. Тут мы что полезное найти можно. А ну выше поднимемся. Так. Ничего полезного, конечно, не упало. Какая-то книжка и... Еще две книжки упало. Ладно, идем отсюда. Я там, получается, еще взял два вторичных квеста. Вот сейчас будем их делать. Так, тут колодец. С его банки падают. Да. Падают. Что там поднял я? Какие-то кулаки, кастет, это походу для воина. Мне луки нужны. Так. Как его продавать? Ага, shift нажимаем и продаем. Новый навык. Так, а чтобы прокачать? Медитация, магия луны, дальний бой. Наверное, дальний бой. Увеличивает эффективность атаки, скорость атаки при использовании дальнего боя. Езда. Не, дальний бой. Владением оружием. А зачем мне вот овладение оружием? Способность увеличивает повреждение наносимое врагу при помощи ближнего боя. Это говно мне не надо. Вот это мне надо. Подвижность. Повышает подвижность и атаку в бою. Атаку в ближнем бою или вообще в любом бою? А ну, у меня атака... Ой, даже не знаю, где тут атака, блин. Короче, 23-27. А ну, прокачиваем. Что-то она не увеличилась, нифига. Какой-то разводняк. Ладно, бежим отсюда, нафиг. Так. А тут сверху, по идее, есть телепорт. Его, наверное, нужно открыть. Да, телепорт есть. Опа-на, опа-на. Не, мне сюда еще рановато. Обратно. Заходи. Ну. О, зашла. И здесь еще квест есть. Два квеста есть. Ого. Мужайтесь. Вот это квест он набрал.
Да помогут мне духи предков. Спасибо, конечно, что много квестов вы мне даете. Только... Короче, половина квестов близко. Почему за мной постоянно какие-то дети бегают? И тетка бежит за мной какая-то. Это мамаша того ребенка. Так, колодец. Дай мне баночку. Спасибо. Так, здесь кузня, да? Открывайся. Заходим. И чё здесь? А, вот. Да заколупали вы за мной бегать, успокойтесь вы уже. Сколько можно бегать за мной? Отстаньте от меня. Я хочу спокойной жизни. У меня фобия людей. Отстань, малый, отстань. Знаете, стрелу в сраку. Не, стрелять не хочет у его. Я бы заманил бы его в темный лес и убил бы. Так, какой-то квест я, по идее, сделал. Спасибо. Так, что там? За 74, а так 78. Ну, по идее, получше. Так. Передвижение не... Не уменьшается, это хорошо. Так, сразу продам. Хотя можно... О, какой лук, сколько он стоит? 7000. У меня бабла нема. Ладно, дальше идем. Теперь вот сюда пойдем. Или нужно было кобылу взять. На кобыле быстрее можно передвигаться. Заикаться начинаю. Тут, короче, сильно-сильно большой мир. Тут карта, вот посмотрите на карту. Вы посмотрите, какая она большая. Она пипец громадная. Вы посмотрите на это. Она пипец большая. И везде можно бегать, везде. Ну, стрелять. Я покажу тебе, как бить женщин. О, нужно 10 гоблинов убить. Сердце гоблина. Сейчас. Нифиг делать. Когда играешь героем ближнего боя, вот замечаете, бьешь, а потом тикать начинает. И ближним боем постоянно бегаешь за тем... Затем мопом, пытаясь убить его. И иногда это очень сильно напрягает. И потому я решил лучником поиграть, потому что отдалека стреляйся, как бы бегать ни таким не придется.
Придется только текать. Потому что лучник, по идее, слабенький. Не слабенький, а мягенький. Его легко, по идее, убить. Так, давай. На. Вижу. Мигает. Нычка мигает. Так, вот мигает тайник. Тайничок. Кольчуга какая-то. Так, нам нужно еще 3 гоблина убить. 3 сердца нужно нам еще получить. Так, где гоблины? Вы че? Камон, бэби. О, сейчас будем этого кузнеца спасать. На. У меня что-то маловато меткости. Или пробивания мало. Стрела вроде бы попадает. Не бейте кузнеца. Кузнец, отбивайся. Давай ты. Отбивайся, кузнец. О. Так, и по идее нам идти обратно. А ты чё, за мной не побежишь, кузнец? Странно. Я думал, нужно спасти его, он за мной побежит. Какая-то монашка стоит. О, еще квест. Квесты на каждом шагу. Хочу себе лук крутой. Я за это возьмусь. Конечно, ты возьмешься за это. Кто бы сомневался. Так. Здесь, по идее, можно могилу открывать. А там или будут зомби, или что-то может упасть. Открыть. Пусто. Пусто. О, что-то упало. Булава. Зачем это булава? Вот что такое. Это на боевого мага. Странно, зомби пока нету. О, я же говорил. Зомби, скелеты. Они крутые. Они сильно крутые. Сразу какая музыка зловещая. Зомби, точнее не зомби, а скелет еще оживают. А, у меня пол хп уже нету. Смотрите, он все, стрела во лбу торчит. А, как тяжело убить, кошмар!
Это только начало игры. А я уже убить не могу. Смотрите, я этого скелета уже третий раз убиваю. Сколько можно его убивать? Он опять ожил. Он бессмертный или чё? Ой-о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 й. Баба ты, помоги ты мне. Наконец-то, походу, убил его. Вообще лужу кидает. Ого. Он то еле ползет, то бегает быстро. Блин, я их долго буду убивать. Их по 5 бью. Ха-ха. Позорище. Блин, я их, наверное, короче, не буду убивать, потому что это очень долго. Открою последнюю могилу. Она пустая. Побежим, короче, по квесту. Это издевательство. Какое-то несчастное зомби, и так долго его бить. Так, по идее, можно квест отдать. Да, квест можно отдать. Так. 27, 51. Плюс один. Оно ничего не увеличивает, блин. Бесполезный плюсик какой-то. Волки воют, страшно. Ты кто такая? Я ну кыш отсюда. Кровожадная крыса. О, лучник, давай. Я тебя убиваю, ты мне свой лук даешь. Жлоб ты долбанный, лук не дал. О, коронная фраза. Кошелек или жизнь. Так все воры кричат. И бандиты. Какие стоны, какие стоны. О, тут два квеста рядом. Тут, по идее, нужно будет в какую-то пещеру идти. Чего, я не уйду? А ты меня останови. Если я не ошибаюсь, цель моего задания должна быть где-то здесь. Да, ты не ошибаешься. Вот тайник мигает, я вижу в углу. Ой. Нужно срочно лук. У меня сильно маленький ДПС. Очень маленький. Я по 20 бью. Да ты заколупал. Он воскрешает, походу, их. Вор! Это не вор, это гоблин. О, убил. А, это по идее квестовый был, чувак. О, лук! Урон смотрим. 24, 28.
Офигенно урон поднялся. Так, тайник. Кольчуга. А ну. Брони больше. Наверное, эта кольчуга получше. Какая девочка. Она вся в кровище. Тут даже эффект крови есть после битвы. А я и не знал этого. Прикиньте. О, теперь по 50 бьет. Намного лучше. Да, пещера. Блин, я начальные квесты почти все помню. Подонок. Я почти все начальные квесты помню, прикиньте. Здесь, по идее, кого-то нужно спасти. И, естественно, кого-то убить. И, кажись, я вижу кого. Он, маг такой. По идее, его убить надо. А ну, поднимай. Колечко? У него первое колечко. Открывай давай. Зачем ты закрываешь? Шкафы все обчистим. Так, сначала всех надо мелких перебить надо. Бродяга! Сосредоточиться, псы! Сосредоточься! Помните о силе Варгана! А ну через не стрелять через. Не, не стрелять через дверь. Приношение Варгана. Принесите мне сердце врага. Мне повезло, я вовремя, очень вовремя поднял новый лук. Так, я все же себе прокачал еще уровень прокачал. Так, квест... А не, это не квестовый был чувак. Я думал, это квестовый чувак. Это просто чувак был. Это просто был чувак. Здесь, по идее, кого-то спасти надо. Вернись, поганый пожиратель крыс. О! И все. Это статуэтка, наверное, по квесту. Перчатки. Смотрим броню. 99 100. Движение минус 2%. Не, тогда не надо. Мне движение понижать не нужно, а то я буду еле-еле ползать. Так, что-то я уже проголодался. Нужно было перед тем, как играть, покушать. Сейчас, наверное, квест отнесу и пойду кушать. У сундучков все ж пооткрывать хочется. О, лук, лук. Ты чё, подбирай лук. А ну. Не, лук говно. Лук говно. Тут ещё бочка есть. Лук говно. Я сейчас пока не качаю скиллы, потому что нужно сесть и разобраться, вспомнить. Там какая-то фишка есть, как их качать.
Тут, припустим, ты качаешь скилл, и чем больше его качаешь, тем у него больше КД. Ну, типа, скорость отката скилла. И просто если ты сильно скилл прокачаешь, ты будешь его раз в минуту его использовать, от прокачки данного скилла смысла вообще никакого нету. Там нужно как-то совмещать скорость прокачки скилла, и там есть в навыках какая-то... мастерство магии, или как-то так, которое повышает скорость отката скилла. Нужно одновременно то и то качать, чтобы скилл был... чтобы скилл пользу приносил. Да блин, заходи. Так. Смотрите, пришла ночь, и бабы, и мужики факел зажигают. Тут столько продуманных мелочей. Для такой старой игрушки это просто обалдеть. Так, я по идее сюда не заходил, да? Да. Ну, тут кроме шкафа ничего нету. И шкаф пустой. Так, сейчас нам пойдем до этого, до торговца. Продадим всякое говно. Так. Продать. Сортировать. И идем квест сдавать. Сейчас, наверное, этот квест сдам. И жрать пойду, потому что я жрать хочу, блин, жрать хочу уже. Я такой сижу и про жрачку и думаю, жрать. Жрать хочу, пипец. И в принципе уже 5 часов, скоро... женщина с работы придет, будет пилить. День за компом присидел, ничего полезного не сделал. Без денег. Нафиг вы мне меч дали, мне лук нужен. Хотя меч красивенький. Какой красивый меч, а ну. Да, меч красивенький, только мне от его толку никакого нет, вот этого меча. Курей только погонять. Но кури меня не боятся, петухи вы. Непонятно, это гриб растет или что это? Конечно, по этим пикселям тяжело понять, это грибочек или это лавочка, но похоже на грибок. На большой вкусный гриб, похоже. Так, ладно. Кузнец. Кузнец полезную вещь. Как его ковать-то, блин, я забыл. Короче, как-то можно ковать шмотки. Только я не помню как. Ладно, разберемся. А ну-ка. Дальний бой, атака, скорость повышается. А ну, смотрим. 67 и 123 нажимаем. Да оно не величится нифига. Не пойму плюсика прокачки этих скиллов. Оно вообще ничего не увеличивает. Облом какой-то, блин. Не пойму, блин. Что это за статуя такая? Нафиг мне ее дали. А, вообще плюсики качать надо. А что мне качать? Мне по идее ловкость надо. Не, пока плюсики не буду качать, потому что иногда вы выбиваете шмотку, а шмотка крутая, оно требует там, припустим, плюс 20 выносливости, а у меня только плюс 18. И плюсиков нема. Еще целый уровень бегать. Чтобы прокачать уровень, потом тебе плюсики прокачать. Так что не буду спешить, я прокачаю тебе плюсики, когда будет надо. Так. И все равно я хочу жрать. Жрать хочу. И хочу в домик зайти. Так. Заходи в дом, заходи. Закрывай двери.
Там ночь на улице. Так, открывай сундук. Вот так, офигенная кровать, тупо деревянная корыта, засыпанная соломой. И раньше так спали. Так, ты спать не можешь? Спать не можешь ли лечь? Блин, лечь, блин. Жрать хочу. Короче, я же пошел жрать.